я терпеть не могу людей, которые сравнивают офников и абу-бандитов. Как вы не поймете, что это совершенно разные вещи? Забивные офники — это такие чуваки, которые наводят суету, ходят на забивы, слушают Моргенштерна. А абу-бандиты — это те люди, которые танцуют абу-бандитские танцы и слушают абу-бандитские песни. Конечно, они тоже наводят суету, но поменьше, чем офники. Раньше я сама входила в часть абу-бандитов, потому что мне нравились их песни и танцы. Да они мне и сейчас нравятся. Я однажды шла по улице, и в машине очень громко играла песня «А горький вкус твоей любви меня убил». Но я думаю, что мне терять? И начала танцевать свои абу-бандитские танцы. А вокруг все кричали: «Офница на районе, пойдем на забив». Я вот чувствую, мы до забива не дойдем, потому что к тому времени тебя уже не будет. Да и вообще, когда я выложила видео с моими абу-бандитскими танцами, все комментарии были забиты: «О, офница».